за все хочеться дізнатися твою думку з приводу осінньої часті чемпіонату. Що нам вдалося, на твою думку, що ні? В целом, я считаю, у нас есть прогресс, это самое главное. И постепенно от игры к игре прибавляем, выстроилась уже, можно сказать, игра. Так что есть еще над чем работать, будем стараться улучшать игру командную. И самое главное еще добиваться результатов. И я считаю, что мы много матчей отдали, много очков, где мы должны были выиграть. Ну, вот в этом плане, конечно, надо прибавлять. Якщо ставити оцінку по 10 балів максимум, скільки ти за осінню частину можеш поставити нашій команді? Так сложно оценивать, но я думаю, что на семерочку есть над чем работать. Як ти зараз себе почуваєш, тому що деякий період ти пропустив через пошкодження, що можеш сказати, заспокоїти вболівальників, що з тобою, все гаразд чи ні? Ну, зараз займаюся, провожу всі процедури для того, щоб поскорее вернутися. На даний момент ще не готов, але я думаю, дай Бог, щоб в следующем году уже быть готовым и провести полноценный сбор и подготовиться к чемпионату. Практично зі всіма командами, з котрими ми грали, якщо казати про букмекерів, вони називають нас фаворитом. Це психологічно якось допомагає чи навпаки? На твою думку? Тут как смотреть, с одной стороны, я думаю, что нас больше стали уважать, и это видно по матчам, то, что мы практически доминируем во всех матчах, и даже с грандами играем на равных. То есть, я думаю, что это плюс, так что нам в этом плане надо привыкать к этому и двигаться дальше, и стараться держать вот этот уровень. Як для тебе, ось в футбольному плані, яким був цей рік для тебе? Якщо казати тільки про футбол зараз. Футбольному могло сложиться лучше, могло сложиться хуже. Ти не знаєш, в житті так. Ну, я вважаю, що завжди є чому стремитися. Рад за команду, що попав в команду, яка доминирует, которая стоит высоко, так сказать, на уровне футбола в Украине. И надо, я же говорю, надо есть над чем работать. И то, что не сделал в этом году, не получилось сделать, восполнить это уже в следующем году. Що б ти побажав нашим вболівальникам, взагалі людям нашої країни на вже наближаючийся наступний 23-й рік? Ми розуміємо, я розумію твої слова, але хотілося б почути. Ну, звісно, всім мирного неба над головою, здоров'я і побыстрее, щоб ми победили і вернулись в житті в свободі і в радості, і благодарність всім, хто отдает своей жизни, чтобы это время пришло побыстрее.